В информагентстве состоялась пресс-конференция. Темой встречи послужило проведение в Дагестане международного турнира по грэпплингу DCC Championship. На вопросы журналистов отвечали организатор, руководитель лиги Мухаммад Курбанов, а также участники Рамазан Шихшабеков и Эльдар Саидов. Как рассказал Мухаммад Курбанов, победитель гран-при получит 100 тысяч рублей и специальный пояс, который будет оставаться у хозяина. Он также отметил, что в рамках соревнований запланирован турнир, где сможет принять участие любой желающий. Победители получат кимоно, уникальные медали, а также одежду от спортивного бренда. Напомним, что турнир будет проходить с 23 по 25 июня в спорткомплексе имени Ахмедова в Махачкале, где главным событием станет гран-при весовой категории до 84 кг.